наверное, отвечает Артем Контайки. Он 2006 года рождения, ему 14 лет, представляет город Шахтерск. Боксом занимается 2 года. За время занятий боксом провел 25 боев в России, не добежал победы. Имеет первый юрский разряд. Является победителем турнира Дима Сахалина 2019 года. Победитель тренируется Артем под руководством тренера Сергея Алексеева, который сегодня будет ему в данном бою. Двойку брось! Меня ожидает Роман Касимов. Он 2006 года рождения, ему 15 лет. Занимается спортом 65 лет и восходился. Спасибо вам, Кухомат, первый спасибо.